Всем привет! Сегодня приготовим рулет из лаваша с курицей и орехами. Рулет из лаваша – это отличная закуска как для праздничного стола, так и для повседневных обедов. Он получается сытный и вкусный. В общем, очень аппетитный рулет из лаваша к вашему вниманию. В кипящую воду укладываем 2 куриных окорочка. Добавляем соль по вкусу. У меня 1/2 столовой ложки соли экстра. Плюс 2 лавровых листика. Водичка закипела, делаем минимальный огонь, накрываем крышкой и варим 40 минут. Яйца заливаем водой и ставим вариться от момента закипания 10 минут. Грецкий орех измельчим блендером или скалкой. В майонез добавим 1 зубчик чеснока. Мясо уже приготовилось и чуть остыло, теперь нарезаем произвольно. Твердый сыр натираем на крупной терке. Берем 1 лист лаваша и обильно смазываем майонезом чесноком. По всей поверхности равномерно распределяем мясо и посыпаем орехами. Сверху натрем на мелкой терке яйца. Посыпаем твердым сыром. Сверху наносим сеточку из майонеза без чеснока. Лаваш свернуть рулетом и аккуратно завернуть в пищевую пленку. Положим в холодильник на 1,5 часа. Время прошло, и нарезаем порционными кусками. Если вы не собираетесь весь рулет подавать на стол, то половину можно завернуть в пищевой пакет и убрать в холодильник. Все, закуска готова. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал «На кухне с Натали». Буду очень рада!